Всем привет, с вами Юра, про Geek Media, и сегодня я расскажу вам про особый вид настольных игр. Если вы хорошо следили за новостями настольного мира прошлого года, вы наверняка заметили о том, как популярны стали настольные детективы. Стараются изо всех сил сделать в своем конкретном что-то новое, чтобы он не превращался в обычную книгу-игру. Разветвленные сюжеты, использование приложений и даже отдельных сайтов, распечатанных в сети интернет, привлекают игроков к этому виду и жанру. Наши люди, воспитанные на детективных сериалах, хотят принять в них участие. И вот одна из игр, которая называется «Место преступления», у нас в России издает Hobby World, дает вам эту возможность. Давайте же посмотрим, что конкретно находится в этой игре. Итак, в игре «Место преступления» компонентов не так много. У нас есть игровое поле, у нас есть вот такие вот большие планшетики местности, мест, в которые мы будем посещать. У нас есть 4 специалиста. У нас есть колода карт лиц, которые будут участвовать в наших делах, и колода карт улик, которые будут участвовать в наших делах. Они все обозначены достаточно такими generic словами. Кроме того, самое большое то, что у нас есть в этой игре, это приложение. И перед тем, как начать игру, вы входите в один из вариантов дел. Как видите, их достаточно много. Мы вот начнем с обучения. Итак, вам всегда текст приложения будет говорить, что делать. В частности, он вам говорит о том, что вот положите персонажа номер 33, вот он, в полицейский участок, вот сюда. Дальше вы сможете отсканировать его код, чтобы узнать, что он вам скажет. Мы подводим QR-коду и сканируем. Он нам скажет, что нам нужно. Он говорит, что пожилая женщина, персонаж 07, вот она, была найдена мертвой. Нам нужно пойти и допросить всех, кого только можно. Но для начала можно узнать у шефа полиции побольше об этой женщине. Поскольку мы сейчас разговариваем с шефом полиции, мы можем отсканировать любой QR-код, который у нас будет на поле, будь то улика, либо какое-либо лицо, либо вообще, в принципе, что угодно, чтобы спросить его об этом. Вот мы спросим его о женщине. И он нам говорит, что женщину зовут Анна Тейлор, ее нашли мертвой в своей квартире, символика Г. Мы найдем ABCD Г. Приложим их куда положено, вот сюда. И она живет в Ноттинг-Хилле. Соответственно, мы только понимаем, что она была здесь. Мы можем прощаться с шефом полиции. Прощаться и отправиться в Ноттинг-Хилл, отсканировав код Ноттинг-Хилла. Все. Мы находимся в квартире жертвы в Ноттинг-Хилле. Дальше мы сможем либо осмотреть место преступления, либо попробовать что-то узнать новое. Чтобы осмотреть место преступления, мы нажимаем «Обыскать». Дальше нас приложение спросит, будем ли мы использовать очки или нет. Мы не будем. И у нас будет 40 секунд на то, чтобы изучить место преступления. Как видите, мы можем вводить, и у нас будет меняться картинка, либо можем просто пальцем вводить. Смотрите, мы увидим дохлых кошек, например, кусок пирога, саму жертву. Увидим какой-то там, например, там телефон, вазу, еще что-то. Шкаф, мебель, шторы, какие-то карты и так далее, да? И дальше мы для того, чтобы понять, что это за улики, будем смотреть вот эти карточки. Улик. И находить в них что-то похожее. То есть, например, мы вот видели, что там лежат бумаги на столе, можно положить бумаги, да? Мы видели, что там, например, есть бутылка, можно посмотреть бутылку, да? Средства связи, вот телефон мы там видели. Мы видели еду, да? Мы видели домашних животных, вот, ну, надо найти их здесь просто будет, да? Вот, животные. Что мы дальше делаем? На приложении мы нажимаем, мы не хотим передать другу, мы могли бы передать даже другу посмотреть. Дальше мы нажимаем «Дальше» и изучаем каждую улику. Вот. Она нам скажет, подходит ли эта улика к делу или нет. Если она подходит к делу, мы выложим ее на одно из этих мест. Далее мы сможем поговорить с шефом полиции, с различными учеными по поводу этих улик и так далее, и продвигаться потихоньку по делу. Очень интересно то, что у вас в ходе дела будут открываться новые места, новые персонажи. И игра сделана таким образом, что если вы играете один и тот же сюжет, ну то есть продолжаете его,
он может состоять из трех или более частей, то вам персонажи будут повторяться и встречаться те же самые. То есть, например, в одном из первых дел у вас будет бармен, который будет фигурировать по нескольким делам, а преступник, которого арестуете, будет сидеть у вас в полицейском участке, и вы сможете допрашивать его по другим делам, потому что он будет немножко в курсе. Как вы понимаете, вся игра сводится к тому, что вы должны логическим образом понимать, какой QR-код вам отсканировать, чтобы продвинуться дальше по сюжету. Каждое сканирование отнимает у вас игровое время. И чем меньше игрового времени вы потратили, тем больше очков в конце игры вы получите. Итак, что я могу сказать в итоге? В итоге я не уверен в том, что место преступления – это конкретно настольная игра. Да, все основное время в игре вы сканируете QR-коды, и вам нужно оптимизировать подход к этому процессу. Вместе с тем, в игре настолько много текста и переплетений, что время пролетает незаметно, и вы получаете истинное удовольствие от игрового процесса. Очень круто, что авторы подошли к игре с неким сериальным подходом. То есть вы встречаете тех же самых персонажей в следующих сценариях, вы встречаете те же самые места. Иногда можно поговорить с тем персонажем, с которым вы разговаривали уже до этого, для того, чтобы получить от него новую информацию по новому делу. В итоге я получил огромное удовольствие от игры «Место преступления». Несмотря на то, как бы я не любил использование приложений в настольных играх, в этой игре оно просто необходимо и оно полезно. Хотя, конечно, как я уже сказал, из этого оно делает игру менее настольной. С вами был Юра, по Geekmedia. Пока!